Сегодня приготовлю перловку с курицей в духовке. Для начала перловую крупу надо хорошо промыть несколько раз. Заливаем холодной водой и оставляем на ночь. За ночь крупа набухнет и быстрее приготовится. В курице добавляем соль, перец, паприку, томатную пасту, все хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на 10 минут. Перловую крупу откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вся лишняя жидкость. Для зажарки лук нарезаем на кубики. Сковородку ставим на средний огонь, наливаем растительное масло, выкладываем лук и обжариваем. Тем временем натираем морковку на крупной терке. Чеснок измельчаем. Лук обжарился 2 минуты, добавляем натертую морковку, все хорошо перемешиваем и обжариваем еще 2 минуты. В зажарке добавляем чеснок, все хорошо перемешиваем, добавляем черный перец, любые приправы, которые вам нравятся, зелень, все хорошо перемешиваем и обжариваем 1 минуту. В форму выкладываем перловую крупу, добавляем зажарку. Все хорошо перемешиваем, разравниваем. На перловку с зажаркой выкладываем кусочки курицы. Кипяток добавляем соль по вкусу, пробуем, чтобы водичка была слегка соленая. Аккуратно выливаем наш кипяток в перловую крупу с курицей. Накрываем фольгой, выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 40 минут под фольгой. Потом убираем фольгу и выпекаем еще 20 минут. Наша курочка получилась очень сочная, перловая крупа рассыпчатая, пропитанная куриным соком. Готовьтесь с любовью, всем приятного аппетита!